стал известен стартовый состав сборной России на матч открытия чемпионата мира 2018 года с командой Саудовской Аравии. Встреча состоится сегодня, 14 июня, в Москве на стадионе Лужники. Начало игры в 18 часов по московскому времени. Чемпионат проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборных России и Саудовской Аравии. Состав сборной России: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Загоев, Смолов. Матч открытия чемпионата мира 2018 обслужит бригада арбитров во главе с аргентинцем Нестором Питаной.